Всем привет, с вами канал Евгений Лайфлог. Меня зовут Евгений, можете меня Жека называть. Сегодня я вам расскажу, как сделать голос доверительным, приятным и магнетическим. Ну, бывают такие люди, с которыми там, например, вот вы пообщаетесь, у них такой приятный голос, вам на душе становится легче. У них и слушать приятно, естественно, это харизматический голос называет. И чтобы вам такой же голос сделать харизматически, сейчас подождите, я звук убавлю, нужно поделать упражнения. Но эти упражнения, они не только для голоса, но еще для здоровья влияют. То есть бывает у вас такое, что вы, например, поедите какую-то жирную пищу, у вас там вздутие, ну или там просто поедите, у некоторых бывает тошнит после еды. То есть у вас что это и тошнота, а там вздутие вот эти все уходят. То есть у вас возникают вибрации вот здесь вот при выполнении этих упражнений, и массируются там какие-то органы. Получается, первое упражнение у нас идет природный тон называется. Как бы вы дышите, как обычно, но на выдохе произносите звучание. Вот так. То есть звучите, и за счет вот этих вибраций, когда вы звучите, у вас вот здесь вибрации создаются. Вы будете, когда каждый день, если выполнять эти упражнения, после 6 дней вы заметите первый результат. Но когда вы будете выполнять эти упражнения, у вас будут здесь вибрации идти. И за счет этих вибраций у вас будет улучшаться голос. Он будет таким приятным. Слушать будет вас приятно, у вас будет харизматический голос. Первое упражнение «Природный тон», второе упражнение называется «Интонация согласия». Выполняется на закрытом ртом и открытом. Открытым она выполняется так. Ну, то есть вы соглашаетесь, вам, смотрите, кто-нибудь что-нибудь говорит, и вы с ним соглашаетесь, говорите «Ага». А упражнение, оно выполняется только медленно и плавно. Можете рукой себе обязательно помогать. Вот так снизу вверх она делает так. То есть попробуйте хотя бы 3 дня выполнять. Вы сами поймете, что это действительно. Я на себе поверил. Я тоже в эти упражнения, конечно, не верил. Думал, что это все неправда, что это обман. Думал, просто люди хотят там. Ну, я там в YouTube смотрел ролик, думал, ну, люди просто хотят просмотры набрать. Ну, на тот время я очень сильно мотивировался. Мне нравилась одна девушка, которую я очень сильно любил. Мне нравились парни, у которых голос там более грубый. А мне на то время был голос писклявый. И все, я замотивировался, как бы. Ну, сами понимаете, мы меняемся под влиянием других людей. Я как бы тоже начал искать много упражнений, много там упражнений передел. И ни одни, короче, мне не помогли почему-то, я не знаю почему. Ну, нашел потом «Природный голос» называется там. И стал эти упражнения выполнять из школы «Природного голоса». И мне помогло. Я уже 2-й год выполняю, да, точнее уже даже 3-й. И с 2017 года начал эти упражнения делать. Я не могу остановиться сейчас. Я выполняю каждое утро эти упражнения, потому что когда после этих... Если я не выполню эти упражнения, я как-то самочувствие не такое уже. Они еще, кстати, для как-то для здоровья влияют. Но когда я выполню их, я уже как-то себя чувствую там более бодрее, более лучше. То есть это как зарядка. Получается, открыто потом выполняете интонацию согласия. Так, так вас, например, кто-нибудь что-нибудь спрашивает, а вот и закрытым ртом тоже губы, зубы разомкнуты, зубы сомкнуты, так. То есть выполняйте эти упражнения буквально 3 дня, вы почувствуете первый эффект. И напишите мне, помогли вам эти... Вот даже сейчас делайте со мной эти упражнения. Первое упражнение. Я вам сейчас что, повторю все упражнения, покажу. Природный тон называется. Вот так дышите, как обычно, но на выдохе произносите звук. Неважно, как вы звучите, долго или быстро. Главное, чтобы это было все легко и вы делали без напряжения. Чтобы у вас напряжение мышц не было. Вы должны это делать все расслабленно. То есть голосовая... голосовая. Голос, он вообще не имеет мышц, он
Если вы будете зажиматься и делать это все с усилиями, то это будет еще хуже. То есть у вас голос зажмется, гортань зажмется, и голос, упражнения просто не помогут, и голос будет звучать зажато. Расслабились вот так вот, спину выпрямили, и вот так, так. Потом интонация согласия открытым ртом, так. И закрытым ртом. Зубы разомкнуты, губы сомкнуты. Медленный план. То есть попробуйте вот даже сейчас сделать эти упражнения, и вы почувствуете, как вам стало лучше. То есть как-то здоровье стало, так полегчало вам, да, там. Как-то, когда голос вот звучит расслабленный и легко, да, там без всяких зажимов. Ну, вам даже разговаривать охота. Когда я вообще начал эти упражнения делать, там, перед 10 дней выполнял, у меня какая-то уверенность появилась, я стал, мне как-то захотелось всем показать свой голос, там, со всеми общаться, как-то увереннее, мне как-то настроение стало лучше, я стал со всеми общаться, думаю, ну, чтобы там люди как-то сказали, вот у тебя голос там звучит. Ну, мне, конечно, не говорили, что у тебя там голос изменился, буквально через 40 дней, через 40 дней, я пополнял эти упражнения, и мне все стали спрашивать, как голос себе вообще поменял. Вот мне друг, я другу спрашивал, как у меня голос, он говорил, ну, более мужественный стал. А был реально как у бабы, писклявый, такой зажатый. Но особенно парню это некрасиво. Кстати, для девушек это тоже голос полезнее, эти все упражнения полезны. Мне голос будет звучать уверенно, легко, расслабленно, у вас будет хорошее настроение. Всем рекомендую. Попробуйте вот даже сейчас сделайте там природный тон, интонацию согласия с закрытым открытым ртом. И вы почувствуете, что у вас там голова прошла, там живот прошел там даже, да, там вообще все будет хорошо, легко будет и расслаблены, вы как бы расслабитесь. Ну, как бы релаксация будет для вас. Пришли, например, с работы, устали, голос поделали, и у вас энергия какая-то появилась. Там спортом будете потом заниматься. Пишите, попробуйте, вот даже сейчас сделайте эти упражнения, и мне комментарии напишите, помогло вам или не помогло там, как ваши ощущения. Ну, мне вообще классно, я действительно уже 2 года эти выполняю упражнения. И я решил просто как бы проверить эти упражнения, помогут они или как бы дал себе там месяц хотя бы позаниматься. Вот вы месяц позанимаетесь 30 дней, можете потом больше вообще их не делать, и у вас голос останется таким же грубым, приятным и магнетическим. А потом, когда вы эти упражнения сделаете, вы просто будете говорить медленно, чуть-чуть тише и ровно так, смотрите. Всем привет. Вот таким голосом будете разговаривать, вас будет приятно слушать, и у вас будет харизматичный голос. У меня в школе был постоянно писклявый голос, и мне было как-то неловко. На мне там вообще хриплый раньше голос был, в 15 лет, помню, когда ломался голос, мне такой голос был хриплый вообще. Все у меня спрашивали, что у тебя с голосом, тебе что, горло болит? И потом, как бы, я не задумывался о голосе, у меня в 17 лет вообще писклявый стал голос, вообще куда-то он уехал, да, там вообще без меня. Так что выполняйте эти упражнения, если у вас голос там ломается, да, там в 17 лет или сколько он... Без разницы, можно в любой возрасте это делать, это еще и для здоровья поможет. И ну, вот люди поют, да, там, улучшают себе голос, петь начинают. А вы после этих упражнений тоже сможете и петь, и с противоположным полом будете разговаривать. И у вас будет голос, он доверительным станет. Люди будут вам больше доверять. Вы ничего не скажете, они вам будут там делать, помогать, там, девушка вас будет любить. Так что делайте, пишите. Помогло вам или нет, и всем пока!